Следующим номером нашего концерта выступит Евгений Антипин, тромбон «Новосибирская область». Он исполнит для вас концерт «Паке». Я хочу рассказать об этом концерте немножко. Это первая крупная форма, то есть первый концерт, который играется на тромбоне. Еще хочу рассказать Евгений, он играет на тромбоне всего год. До этого он 6 лет занимался на флейте. Так что вот и этот концерт мы с ним прошли просто с нуля. Вот здесь в Сириусе за неделю мы с ним как бы сделали концерт. Это будет для него первое исполнение на сцене этого концерта. Итак, встречаем Евгений Антипин, партия фортепиано, Елена Литвинова. Thank you.
Thank you.